Ludzie, choć na godzinkę, na parę godzin tam, ale żeby był, to no, dobra, które godziny, to tak, gdzie to 9, koło 10. Ja zawsze tak i chodzę, pójdę. No i zatrzymali się w zapolach Niemcy. No i nikt nie wie, ile ich. Powiedział, że Niemcy w majątku tam w zapole. A ile ich, nikt nie wiedział. Он мне говорит, ты знаешь запой, там майонтик, я говорю, знаю, мы когда запойщики между млеко сдавали, а мы возили до панов сдавали, панам сдавали, так и млеко то. Видела все добре, докладнее. Только что к запойщикам еще было, то на грозоне было, все брамы железные были, мур в камене взрывленный. А к 69-м русским взяли это все, брамы поломали, заборы, те плоты поломали, камни, все, тяжелые местами были. Я говорю, добре, пойдем, ну, пошут его. Прошу, через блоту, напросто, бо навколо подрозы еще там где-то около 6 километров, ну, пенчики певных. А напросто от нас, там целых 2 километра. Ну, я на брата, а там блото так, ну, там стежка была, так и ходили люди. Ну и пошел я, не брат, я на брата старше, мой старше. Ты видишь, мне пропровали через так шаки, потому там вилки были, вылечек, зачну вылечек, и страшно послухать было там. С одной стороны было там вёски было, с другой стороны, там я не был, только зашел вылечек, прикликаю, что так, что там. Я говорю, припровадь мне через то блоты. Я выйду там. Зашли, мы пошли, взял пистоль машины, пошли. Ну, брони было у нас, потом сначала возить до нас, и шестку до нас, там, против брони, как их хочешь. И РКМ, и оружие, и французские карабины, и бельгийские, и немецкие, и русские, там, и польские, и шесть, так, полно было их там. Ну и я пошел, что было то захочется, сама там только пара обсадзона на около, только там же дверь выходит, а так без обсадзон этот дом, палац его. Ну и позже походил, я подходил так, по маленьку, по чуть-чуть, разглянулся, а пошел. Четырех лежал на голову, то где-то в Липцу было, запаляющие, а один сейчас играл на губной гармошке. Ну, я зачем сказал, что я вообще тоже стою, а он потом, видишь, я стою там, а он, ну, подошел я день, я говорю, я по-польски замуж, он все знал по-польски. Он там девушка кренчил, хотя на польском, але никто не слова не зрозумел, никто там якось на миге домовляли, там, ну и мы, а я разложил распитывать у меня, як там, як родина, як что, я не мы же, у нас уже нас пенчу и что сестры шустры. А я говорю, может, уже два, показываю, уже двое. Здесь у нас двое, я и сестры. Ну, я же не могу, уже пенчи будет, везет, еще он собрал нас ощедрил, еще дома чужого. Он взял, я так повезу, двое. Я говорю, они же любили богатый, добрый коню, тут. Вот так было, и мы, марш, скоро кони, выездала, мимоза такая была, выездала, к тому треба доліти, то ксенза чи кого там пшивис, то все лезли люди, не шамрея, чтобы пшивис. Ну, я, он, примолили, размывались, а где тут мешок? Я говорю, как недалеко еще. Проще же бы я зелень им принес. Я говорю, але здесь я не смог, а на утро, ну, добре, добре. Все, давно увидишь.
Але і бімбер запитав мене бімбера, там не знали один бімбер, там бімбер чи є. Я говорю, є, знаємо. Ну, повідомили, їли пшеніс, там десь 2 літри, їли, там повідомили, так, десь 2 літри. Ну, набрали, я повідомив мамі, що таке, що він просив, так, що дала мене, торба мені наложила. А я приходжу і був тому поручнику своєму, він так, тіля їх там. А він повідомив мені, може, броню забуваєш там, де, яка у їх броню там. Я візив, стою на ганку, ставлю отаку козу, дві пістолі машини, чи мавзери. Ну, я йому мовив так і так, а їли там люди почебли, а там він дуже не чебли, ну 10 нехай бить, бо їх там пенсію тільки. І вони напевно, бо тепло, дуже тепло було, вони мовили, напевно, було так і лежачи знову ж. Так і було. Він на мене ще чекав те саме. Вони допомогли мені то зайнявши, сказав, я можу, я взяти себе до іншої сторони, до другої сторони. Він, напевно, як значно їсть, піть, то вони, він мені дав гармонію так. Як я мощно заграв, як вони напіюсь, мені так і було, я вижу, що вони не сказали, я вже кшичу, що розпеву, таке що. Я на тим гармоні чонгав, а потім мостно так почав, що вони вискочили, ну так домовлено було, вискочили, я жучив по гармонії, і утекав, що вони мені по ногу, що, а ти швабу тут корміш. Ну, я бусик. А вони казали, що на роверах приїхав, що не були. От майонток там недалеко від Ліди. Ну, я прийшов додому, вони причукнули мені ровер. Єдин-то поламали їм там все, а вони голок були. То так, і пустили їх голих. Ну, так от і. І було так. Пустили бране, бо бране повшебно було немецьке. Потім прибиралися в вензелі, їх взяли, відбивати в лізер. Ну, я там не їздив там, а старший брат мій їздив. Там мімозу, і так мімоза та покнувши, як там вензелі відбили туди. То залишилося там у Регнера, до Регнера відвезли їх. Бо наш отжов був Криші, а Регнер це було колонемно там подвільно. Ну і так от, так і було, так їх розбруїли, забрали все, то броню, все, вбрання, своїх волів пустили. Ну, бо повідомо було, щоб не забіт німця, бо за німця то ціла вещь спали. Тоді ж так було, залі до стодоли і палили живцем. Ну вот так, так и было так. Ну потом уж, ну партизанка так, партизанка уже зачала все так же. То есть бурка была около нашей, когда чик-чик-чик, то там же бурка была в нашей вёсце. То есть были там все припевали, там их, все их сопровождали их аж до Козича, там весь Козича. А центральная плясовка была в Бенкевичах, они там центральные завезли их до центральной плясовки Бенкевича. Ну и там они там никто не ходили, что там только до колледж подлетели за ними в Русинище. Ну, так и было потом. Ну и дали все. Потом, ну и потом немцы зажили отходить. Ну, и разбрались зачали. То там группка, то там группка, и потом Кордушков Юзеф лечил. Раных немцы в Стодоле у нас шпил, а ели их 6. Ну, тогда тут все забрались, и так их, как и я,
Я попробовал там по шраблю старшим, нам и проводил. Шефчик. Ну и пошли. Они спали. Забронили их уже, сказали, уже брони не забирали, только бронь. Забирали, ножи отбирали, уже не имели ничего. Ну и так вот. Была одна группа, шесть, потом девять было, потом или там седем. А группа была чех шло. Холера, вот фашисты, не сдались. До последнего. Там двух забили, а отшить сам себе забил. Ну и так уже, а потом чудесно шло. Мы выскочили, там нас тоже забрался из старших, как мы там. А курс под Вилем там, и партизанки, польские партизанки. Но это немцы, которые уважали в жизнь, которые поседли. Там кого не могли там не одуматься на робщих. Дуже был, чудесно здесь шел. И в районе. А они сели на этот вал и сидели. Все шляпки бронь забрали, все сколько бронь забрали, а потом не рушили, где хотите там идти. Ну, так вот. И было. Ну, потом так. И война скончилась. И, ну, снова школа, школы нема, школы, дети только в четвертом классе. А мы, русские вокруг, русские, значит, я еще до школы, потом позже была школа у пана в Майонтку, в Острове, Михайловского. Я четвертого класса скончил там, русские, с других, где четвертый сразу поставили, не берут экзамен, сдавали, на четвертый сдал, он четвертый скончил. А так вот и было, ну, по войне уж. Войник, толковый, войчат, уже там купол, но, ну, и вообще, от Фердуши, это майонток Фердинанд, назывался, когда еще Фердуши, их так называли, пана там. От купи еще встал, я бы, такой же млин водный был. Побудую млин, и все, и досы даже. А потом колхоз сделали, 50-м, другим року. Сиди, плачу.